О, завелась. Ребята, всем привет. Идея моих видео в том, чтобы поделиться впечатлениями об автомобиле, в отличие от, возможно, других обзорщиков, которые делятся много какими-то техническими данными. Я говорю о эмоциях. Когда ты садишься и отдаешь за эту машину, допустим, у нас сегодня, в частности, Renault Sandero, 2013 год, Stepway 1.5. Какие эмоции и что ты получаешь за 300-400 тысяч рублей? Мы ее вчера только купили, и она жутко грязная. Я вчера на ней проехал даже из региона, не из области, около где-то 200 километров. Ощутил всю прелесть сидений. С одной стороны, казалось бы, они, кстати, не такие неудобные. Допустим, мне самые неудобные сидения, которые я встречал, это на Volkswagen Polo. Здесь сидения, на удивление, нормальные. Когда ты их начинаешь трогать, рука, которая сзади, я ее ощущаю рукой, которая здесь спереди. И то же самое здесь. Я вчера еду и понимаю, я все пружины чувствую, я вообще все чувствую в этих сиденьях. И не так уж плохо за эти деньги, потому что вдумайтесь, машина 2013 года, цена 350, плюс-минус, возьмем от 300 до 400 тысяч рублей, свежая, допустим, здесь 89 тысяч пробег, это круто. За эти деньги, допустим, давайте, если брать какой-то, к примеру, я опять эту пресловутую Mazda 3 приведу в пример, за 350 вы возьмете, скорее всего, 9-й какой-нибудь год. Да, здесь будет гораздо меньше комфорта, мы сейчас об этом еще поговорим, я сейчас поеду, просто оттаивает стекло. О чудо, на удивление, все ложится под руку. Есть машины, допустим, на механике, где тебе нужно вот так сидеть, тянуться, где тебе вот так нужно, все. Удобно, мужская, четкая машина, непонятно, не для обезьяны, у которой руки там внизу должны быть, где кочерыгу дергать, там все под рукой. Ручник такая впечатление а-ля рабочая лошадь, которая будет возить и возить. У этой машины, знаете, в чем огромный плюс? Ты покупаешь на пробеге 90, знай, до 200 она будет вообще тебя... Забудь. Что у нас здесь есть? Стеклоподъемнички. Смотрите, пожалуйста, сейчас я вас опущу. Не в смысле я вас опущу, а в смысле камеру опущу. Говорить о комфорте и мягкости, вы понимаете, да? О чем речь вообще? Какая мягкость салона? А эта машина не об этом вообще. Подсветка BMW-шная, морковная такая. Если ночью ехать, представлять, что ты в BMW, я вчера ехал и представлял. Думаю, слушай, на какой-нибудь единичке, как будто еду. Конечно, бредовая такая мысль, но она как-то меня развлекала в этой скучной дороге, когда играла ретро-FM, тем более в регионе больше ощущения, что никакое больше радио не ловит, когда едешь по трассе где-нибудь, только, ретро-FM. Так, пока выйду стеклышко, протру. Вы понимаете, ребята, внешне эта машина, она не будет вызывать у вас какого-то уважения на дороге. То есть, просто машинка обычная. Кроме слова «обычная машинка», у меня в голову ничего не лезет. Короче, уважения к вам не будет, пацаны, я вам сразу скажу. Идет человек, пацанчик с района, Чертаново идет, он вообще тебя просто, он тебе ни во что не будет ставить на ней. Давай, таксист, проезжай. И я вчера это ощутил. Знаете, покупая эту машину, в молодом особенно возрасте, а я все-таки... Ты даже таксист, он тебя не видит, тебя просто не видит. Конечно, возможно, я сильно загоняюсь по поводу ощущения... То, что о тебе думают другие водители, мне глубоко пофиг на самом деле. Я вчера на ней еду и понимаю, что я внутри испытываю такое глубокое смирение, что мне насрать. Вы можете меня обгонять, вы можете подрезать, а мне пофиг, я на Сандеро, мне 50. Я в правом ряду могу ехать, и мне не стрёмно. То есть, на BMW ты какой-нибудь, на Мерси, как-то ты поворот не включил, они уже такие притормаживают, чтобы тебя пропустить. Здесь не так. Не, никто тебя не забудет, что это вообще. Шумоизоляция, управляемость, острые тормоза. Их здесь нет, забудьте. Ничего здесь нет. Первые впечатления, когда я вчера сел, оно едет, но, это были первые впечатления. Потом были другие впечатления. Оно едет, потому что оно легкое, и оно на механике, оно реально ехало, по трассе вчера я 120 шел,
Поначалу стремновато было. Когда привыкаешь, после, ну, первые полчаса, минут 40, все. Потом вот уже второй час дороги я как бы обгонял уже. Коробочка включается четко, вообще хорошо включается коробка. Что брать в работу в какую-нибудь, даже в такси. У нее расход 7,6. Правда, разгон 12,4, но об этом лучше не думать. Регулировка зеркал у нас механическая. И представьте, она не работает. Механическая, блин, как можно было сломать? Но здесь на самом деле очень... Она тупая и простая, как валенок. Здесь все вот... Ну, половину механического, причем можно сломать, я думаю, также просто можно и починить. И что электронное, ну, оно по ощущениям как механическое. То есть то же самое стекло, ой, этот, сорян, ну, оно такое, ну, прям механическое. Если вот резюмировать, да, весь мой словесный понос, за 350 тысяч рублей поджопник, да классно, он не ломается. Даже если сломался, он дешевый в обслуживании. Да здорово, здорово. Сандера, допустим, в отличие от Логана того же самого, да? Хотя вот здесь, в принципе, Логан. Ну, чем она отличается? Да ничем. Вот Логан. Вообще, просто Логан. Но Сандера как-то звучит, что ли, да? То есть, когда ты на Логане, типа, ты что, на Логане, блин? Ну, типа, да? Ну, ты на Рено Логан. Хотя я люблю Логан, ребята. Логан Росомаха, вообще огонь тачка. Но... Сандера как-то, особенно Степвей, она вот эти порой, у нее арки вот эти, 175 клиренс. Вы уже на мини-паркетнике даже почти переднеприводном, можно сказать. Лучше брать Сандера, чем какую-нибудь Вольву ту же самую или BMW за эти деньги. Потому что к нам периодически поступают вопросы, типа, я хочу Volkswagen Passat, у меня 300 тысяч. Можно взять, можно рискнуть Passat взять, можно взять Mercedes, Volvo, все, что с этим связано. Ну, именно премиальные марки вот эти за 300-400 тысяч рублей. Но ездить на них, то, что долго вы будете, я вам вообще не обещаю, не гарантирую. А вот на этом за 350, если вы взяли на сотки пробега, все. На 2-3 года вы вообще забудете, что у вас есть машина, вы будете передвигаться на ней и потом иногда вспоминать, ой, я ж на машине своей езжу, а я ж не вкладывал даже ничего. Ну, потому что это тазик, который, вот он, как утюг, я не знаю, совдеповский, вот этот простой, и ему пофиг вообще, что вообще происходит. Поэтому берите смело. Друзья, не знаю, полезно ли это было видео, нет, если полезно, подписывайтесь. Поддержите меня комментарием там, всем, чем надо. Вот. На этом все. Всем пока.